Греческие археологи обнаружили массовые захоронения. Ученые считают, что в братской могиле погребены тела участников попытки государственного переворота в Афинах в 640 году до нашей эры. Некрополь случайно открыли во время подготовительных работ к строительству оперного театра и библиотеки. Район раскопок находится между центром Афин и портом Пирей. Археологи говорят, что большинство людей, погребенных в братских могилах в момент казни, были молоды, а поднятые руки в кандалах дают экспертам основания полагать, что все эти люди умерли насильственной смертью. Специалисты надеются, что в будущем на месте древнего кладбища появится еще один музей, посвященный истории города. Это был период великих потрясений в афинском обществе, когда аристократы и благородные граждане вели друг с другом борьбу за власть. Возможно, анализы ДНК скелетов позволят подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу о том, что эти молодые люди могли быть участниками попытки переворота.